Оставили детей и домашние хлопоты на потом, а сами вышли блистать на подиум. В Магнитогорске во второй раз прошел конкурс «Мама года-2022». 30 девушек в возрасте от 20 до 48 лет боролись за главную корону. Яркое шоу состоялось в дворце Орджоникидзе. Кто же оказался лучшей мамой, расскажет Лада Дубовик. Яркий, стильный и задорный. На сцене с французским шиком дефилирует участница конкурса «Мама года-2022». Среди них Лариса Петрашова, мама двух сыновей. Женщина работает в ПАО МК, в Центре по обеспечению СИС Управления подготовки производства. Рассказывает, всегда хотела принять участие в подобном конкурсе. И вот мечта сбылась. Семья не ожидала, что Лариса решится на такой шаг, но все ее поддержали. Потому что никогда не участвовала, тут пошла, удивились, конечно. Дети сказали: мам, мы тебя поддержим, не переживай. А муж немножко был в шоке, но потом влились все в процесс, и в общем все участвовали, все болели, все помогали. Во-первых, большую трансформацию он мне дал для меня. Я сама поменялась, я стала другая. Много знакомств новых, много полезной информации, которая мне потом в дальнейшем в жизни пригодится. Поэтому клевый конкурс, я очень рада. В числе участниц и Мария Бритикова. Девушка трудится в ООО «ММК Метис» машинистом мостового крана. Оставив все свои домашние дела, Мария блистает на сцене. Признается, конкурс ей подарил уверенность в себе. Дети у нее двое сыновей. Самое главное – поддержка и вдохновение. Узнала об этом конкурсе и решила, почему бы не попробовать. Ведь каждая девушка из нас, она находится в домашней рутине. Дом, работа, семья. И полностью отдает себя детям, мужу, семье, в общем. А тут такая возможность, почему бы и нет. И пришла сюда, на этот проект, прошла кастинг, и теперь я здесь. Мне кажется, больше всего мама должна любить детей, любить свою семью, заботиться о каждом члене своей семьи. Ну и мама должна любить себя. Если мама себя не научится любить, знаете, мама, они как пуговки, на них все держится. Конкурс «Мама года» в Магнитогорске прошел во второй раз. На сцене в этот день блистало 30 участниц от 20 до 48 лет. Оказаться в их числе могла любая девушка. Главное условие – быть мамой. И вот тот самый торжественный момент – объявление победительницы. И «Мамой года» 2022 становится Мосина Мария! Потому что это очень ответственный титул, мне очень ценно, это очень важно, конечно же. Я буду стараться блюсти все это и быть лучшей мамой на свете для своих детей и вообще хорошим человеком. Ой, вы знаете, я так рада. У меня сегодня день рождения, мне Маша преподнесла такой подарок. Она выиграла. Вот мне очень понравился их номер. Вам, наверное, тоже. Это она тренировала своих деток. Мария Мосина воспитывает троих дочек, одна из которых с ограниченными возможностями здоровья. Ей достался главный приз – швейцарские часы. Каждая девушка получила номинацию и множество подарков. Лада Дубовик, Владислав Гусев, телекомпания ТВН.